Welcome, survivor. Enjoy the view. You see before you the pinnacle of mankind's ingenuity. All of humanity's hopes and dreams carefully nestled within this lifeboat. Each of its shining rings are laden with miracles of science and nature. A paradise where the boundary between the biological and technological has been all but erased. And now all of it is mine. I control this vessel now. I command its evolution. And very soon, its destination. From there, my will shall spread across the cosmos forever, infinite and undying. And there's nothing you or that witless puppet, that shadow of her, can do to stop me. I have already set my designs in motion. Our future awaits, survivor. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Impalt, а мы сегодня рассмотрим новый тизер-трейлер про Arc Genesis, часть вторую, ну, Part 2, которую вчера предъявили разработчики в своем прямом эфире. И что ж, начинаем. Разработчики написали то, что Arc Genesis Part 2 представляет собой обширный непрерывный мир, наполненный новыми странными биомами, сюжетными миссиями и экзотическими существами. Финальное противостояние между энергичным Хеленой и злодейским сэром Эдмунтом Роквеллом происходит на гигантском корабле Колония, путешествующем в глубоком космосе. Чтобы добиться успеха, игрокам нужно будет использовать весь свой опыт Арк. В самом большом пакете расширения Арк есть изменения, меняющие правила игры для всех видов выживших, будь то завладение врагами с помощью умственных способностей существ Ногли, масштабирование и выполнение радикальных трюков на скейтборде Ховерсейл или удаленное управление и просмотр вашей базы с камерами видеонаблюдения среди множества других предметов и существ. Короче, очень много всего добавят. И то есть это получается, теперь можно будет смотреть, как на твою базу нападать через камеры видеонаблюдения и мозг себе не пудрить, типа напали на меня или нет. Но даже с помощью Хелена хватит ли ваших мощных навыков, снаряжения и приручения, чтобы раз и навсегда положить конец безумным планам Роквелла? Мы собираемся это выяснить, потому что конец близок. Вот это вот написали разработчики. Ну еще, конечно, там актеры популярные будут озвучивать, там Хелену, Роквелла. Вот это вот они писали, а теперь к сути. Что же мы увидели в трейлере? Так вот, интересный момент, который я увидел в трейлере. У нас теперь присутствуют роботы, которые ходят и собирают камни и деревья. Что касается этих роботов, мне кажется, их можно будет уничтожать. Да, мне кажется, их можно будет уничтожать и получать с них ресурсы. Ну, такой вот рейдик. А дальше мы видим то, что тут есть мини-операция, а может быть даже и большая операция, я не знаю. Тут вон у нас новый вид существа, такой какой-то мутированный кот, вообще эволюционировавший. Думаю, он будет топовой живкой, но не факт, но мне кажется, будет.
Вот. Это касается животных. Дальше мы видим то, что тут уже космический корабль захватывает нарост биомассы. Скорее всего, это уже эволюционировавший Роквелл, который просто уже решил завладеть этой станцией каким-то образом, я не знаю каким. Вот. Ну а дальше у нас, собственно говоря, вот новый значок Арк. Типа вот Роквелл захватывает станцию, и мы ему должны будем как-то противостоять. А это уже, судя по всему, тестирование камеры видеозаписи. Ну, камеры видеонаблюдения. И вот Ноглин ее тут уничтожает. Вот. Такой, собственно говоря, трейлер. А на стриме разработчиков я увидел вот такую вот штуку. Это новый инкубатор для яиц. То есть намек на то, что, кажись, нам не придется по старинке ставить кондиционеров штук 20, а можно будет засунуть яйцо в инкубатор. Ну, кстати, даже интересно, для каких именно яиц этот инкубатор. Может быть, еще будет побольше инкубатор там для яиц Дрейка и Вивер, но это не точно. Еще они показали, собственно говоря, вот такой вот арт своего этого тигра, но он тут выглядит совершенно по-другому. Но все-таки непонятно, какие будут у него особенности пока. Поэтому оставим это просто так. Систему пульта управления камерами. Будет она выглядеть примерно вот так. Мне лично задумка нравится. То есть ты можешь наставить камеры на каких-то своих точках и смотреть, например, с базы, что у тебя вообще происходит. Ну, конечно же, камеры тоже можно будет уничтожить. Еще на стриме, собственно говоря, своего этого Ноглина. Выглядеть он будет примерно так. Будет ли он оторвать голову игрокам, еще непонятно, но разумом, возможно, будет завладевать. Я не знаю, каким образом, но написали, что будет так. Как будет выглядеть у них этот космический скейтборд. Там была картиночка у них бокса для оружия, но, правда, не вижу смысла ее показывать, но просто обычный склад оружия, и, наверное, нужно будет оттуда брать оружие. Может быть, это будет на карте такие склады попадаться, которые можно будет залутать, или мы будем их крафтить и там складывать оружие, не знаю. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот получился обзор на тизер Genesis часть 2. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Не болейте, всем удачи и всем пока, дорогие друзья. И да, кстати, работаю над одним обширным роликом, поэтому ждите, вскоре выйдет. Если что, о нем можете, ну, посмотреть в моей группе ВКонтакте или на нашем Дискорд-канале. Ну что ж, всем удачи!